Всем привет, ребят, не ожидали? Это Strike Force Kitty 2. Флеш-игра, мы в нее сейчас будем играть. И немножко расскажу о том, что творится с моим экраном. Я смог настроить экран именно так, и внизу осталась черная полоса. Поэтому я ее не знал, как убрать и как увеличить видео. Я думаю, вам мешать это не будет. Ну так, стартуем мы игру. У нас кошки против кошек, или киски против кисок, или армия котов против кисок, или просто сумасшедший босс Абарбос против короля котов. Ну, короче, как-то так. Я думаю, неплохо, да? Так, у нас здесь план, говорит, как нужно добраться до этой карты. Ха, что же нам делать? У нас есть подводная лодка, мы можем на ней куда-то плыть, и король нас благословляет, и мы поплыли. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, зончик прикольный. И наша первая миссия. Нажмите, говорит, старт, чтобы начать свою первую миссию. У нас здесь есть вот такие вот коты-оборванцы, у которых есть прикид, который мы можем отнять. Ну, об этом далее. Да, здесь порталы всякие, заманухи, мунухи. Короче, поехали, нам объяснят, что делать надо. И наша первая стычка. А бой здесь происходит автоматически, ничего нам делать не нужно. Нам нужно лишь смотреть, собирать рыбки. Вот мы набрали у них бананчики, броню. Так, вот этот он, портал, да? Нет, он пока не работает, по ходу дела. Ну же, прыгай. О! Левая кнопка мышки говорит о том, что мы можем прыгать. Yes, говорит, yes. Так, у нас есть 50 рыбок, и нам показывают, что у нас есть инвентарь. Вот наш броник. Оденем мы китьку. Вот, оденем мы лук ей. Ну-ка, отдай. А тебе серому. Выходим, и у нас есть качалка. У каждого есть по 50 рыбок. Так, и конечно же мы тренируем. Тренируем на беговой дорожке. Полупасить. И все, все по нулям. Мы все качнули. Можем продолжать следующую миссию. Ох, здесь какие-то сумасшедшие, вообще непонятные коты. Что они хотят? Поехали, смотрите, как он командует. Тр-тр-тр. Опс. А, можно прыгать, что ли? Взял, пнул под жопу. Мы тебя убьем вообще, нет? 50 хпшка у него, на, бананом ему. Так, у нас одна китька пропала. Не вопрос, идем дальше. А вас мы зарубим? Опасные ребята. Кидай бананом. Ой, чувствую, мы не зарубим, по ходу дела. Давай, кидай бараном. Бараном, бананом, блин. Так, у нас есть первый пистолет, зеленая шапка. И мы бежим дальше. Хлобыкс, в обратку открываем наш мост. Вот. Все отлично, не, вообще по приколу игрушка. И забираемся. Нет, с этими мы драться не будем, потому что иначе мы проиграем и не дойдем до конца карты. Что будет очень плохо влиять для нас. Поэтому мы спокойно добегаем до дома, собираем 65 рыбок. И что же мы делаем? Мы дальше качаемся. Так, тебе вот это вот. Тебе, Китти, вот эту. Автомат тебе. Подожди, а дрель? А дрель не выпала, что ли? У него только броня. Так, у нас больше ничего нету. Ну ладно. Самое время подкачаться. Вот этот Китти, ты же у нас боевик. Ты у нас давай бег. Ты тоже бег. А ты давай уроном, бананом же бросаешься все-таки. Так, у нас есть третий левел. Ассасин Крид здесь, смотрите, Звездных Войн. Какой-то чувак с пистолетом. Маска. Который, давай поиграем в игру. То есть, такие шапочки, одни из знаменитых. Давай, у нас есть танк. Танк, вот он. Из Звездных Войн. Боец, на! Ни хрена себе, он сразу шатнул. Бананом, оп. Бананом, оп. Все, хана мне. Нифига себе. Ха-ха, ха-ха, говорит, ха-ха. Мне, пожалуйста, мейн меню. Мы стартуем тогда на первую карту и идем выбивать.
Ну-ка, что вы можете нам подогнать? Нам нужны ваши шмотки, ваши пики, вон я смотрю, бананы у вас там всякие. Во, у тебя скейтеровская доска, какая-то, какой-то джин, Аладдин. Ну-ка, давай подгоним нам свою эту херотень, из которой выходит джин. Вот что это было вообще? Бананом, на. Отлично. Нет, тебя, я думаю, мы пока бить не будем. Ты какой-то вообще опасный. Но зачем я на него наткнулся? 14 хп. На, бананом. Последний хп. Давай. Вот это да. Бежим еще раз. Такие они интересные вообще. Выглядят прикольно. Самое главное, что это очень смешно. Я стал залипать во флеш-игры, потому что они реально становятся интересными. Так, здесь портал. Мы по-любому должны у вас отнять. Кстати, скейтбордист какой-то. Я даже не знаю, из какого фильма это. На, бананом. Бананом по шею. Аладдиновскую шляпу дали. С тобой мы не будем дело иметь. Мы пройдем тебя дальше и убьем в следующий раз. Вот это по приколу. Вот это по приколу. Так, у нас появились новые шмотки. Давайте оденем тебе шляпу. Зорро, Зорро. Так, тебе. Тебе. Смотри, ты будешь вот такой вот. Китти, а ты будешь Зорро. Нет, ты будешь в очках. Так, тебе нужна пика. У тебя тоже ничего нету, да? Из оружия. Все у нас ничего нету. Шапка, ну-ка, шапка. Так, шапка вот эта лучше, оказывается. А вот эта шапка... лучше подогнать вот сюда. Ну что, все, погнали. Давайте убьем темного рыцаря, который какой-то вообще опасный. Та-та-та-та. Подожди, а у первого ничего нету в руках, что ли? Ой-ой-ой-ой. Нормально. Наковыряли. Портал открыли. Че, пойдем наверх, что ли? Хобикс! Нормально. Че, 3 против 4? Давай посмотрим, кто выиграет этот бой. У вас катана, сиги. Еще там что-то есть. Что-то вы вообще дикие. Одного убил. В портал еще рано суваться, на самом-то деле. Тогда мы убьем того монстрика. Ну-ка. Ну-ка. Так, ну у вас мы уже ничего интересного забрать-то и не можем, я так понял. Да, ничего и не выпало, к сожалению. Блин, нам надо вот этих же как-то обойти. Никак их не обойдешь. У нас по 6 хпшек просто. О, дали скейтборд и лампу. Ну что? Это случайно не из Оверлорда, парень? Вот это он отлетел. Кстати, дали какую-то вот эту опасную шапочку. С банана стрелять, конечно, да. Дико. Есть. Качаемся дальше. Так, а что-то его броня-то... И я вот внизу по характеристикам смотрю. Все на минус 1. Вот эта шляпа, она... даст... вот ему тему. У тебя тут что? Это скейт. Скейт. Скейт тебе в руки. Здесь что у нас? Лампа, лампа. Что он с этой лампой будет делать, мне вот интересно. Ну давай тебе дадим лампу. Так, это броня фиговская. Оружие фиговское. У вас уже все одето, да? Подожди, а тут шапка какая-то матерая. А, она уже одета. Ну все, у нас есть только вот эта шапка, но она... подождите, она лучше, чем вот эта? Офигеть, лучше, чем Зорро. Зорро-вата. Все, мы сейчас приоделись очень сильно. Осталось качнуться. Такие тренируются. Так, тебе, Китти. ХПшки. Тебе. В удар все. В удар. В удар. Вот это мы сейчас будем лиц-то ломать. Давайте зайдем во второй уровень. Посмотрим, что мы здесь сможем набрать. Друзья, погнали вперед. Хоп, хоп. О, дрель. Здорово. Полтинник ХПшки. Снесем. Тикс-дикс. За раз. Дали какой-то камень. Так, с вами мы уже встречались, но у нас один кот отлетел из-за вас.
Вот, отлично. Дали шлемак. Кстати, видите, рандомно выпадает с них шматье. И всегда оно разное. Так, нам нужно качать жизни, вот что я понял. Обязательно качать жизни. Вот этих вот затащим. Ну что, 3 против 2. По 30-40 хп у нас, 7-19-17. Ну, плохо. 11, давай, есть. Меч и шапка. Несем домой. Обязательно все несем домой. Так, что мы с вас обобрали? Одеваемся. Это шапочка. Подождите, а вот этот меч. Меч бесполезный. Вот эта шапка ему лучше всего. Это ему. Че, он с кружки будет бить, что ли? И эта шапка опять вот ему, что ли, лучше всего. А, это уже наплечники, ни хрена себе. Так, это бесполезная шапка. Ну и все. Качаемся. Всем хпшки. Хоп, качнул хпхи. Хоп, качнул хпхи. И ты, и ты. Ну все, китики, погнали в бой. Тут мы попробуем затащить required skill. Потом еще скиллы какие-то, что ли, можно будет. Так, мы уходим в портал, убиваем здесь. Давайте попробуем. Тан-тан-тадан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вас мы снесем. Хлобыкс, хлобыкс, хлобыкс. Хлобыкс. Вроде нормально. А-а-а, портал-то закрыт. А почему? Мы хотим в портал. У тебя выпадет твой топор, ты крутой, нет? Отдай нам свой топор. Есть! Мы выбили с него топор. Интересно, это мощный топор, китики? Такие все, такие разные у них одежки, но прикольные. Итак, мы выбили топор. А что за топор вообще стрёмный-то? Топор-то стрёмный. И броня стрёмная, вот мы полностью выбили. Вот это да. Вот это все разлоченные. Все разлоченные. Так, я что-то не понял. То, что мы выбили. Фигня, 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 фигня. Опа-на. А, она уже одета. Как-то плохо. ХПшечки. Все в ХПшечке. Мы же можем. Мы могем. Так, а куда мы пойдем? Давайте во вторую карту опять тогда. Что нас здесь будет ждать? Как вот вниз-то? No cats. Нет, говорит, прохода кошкам. Дрель мы выбили. Но у нас одного убили. Вот, вот что печально. Какую-то накидку выбили. Так, я вот хочу попробовать перепрыгнуть. Что из этого выйдет? Вот! Ну ладно. А-а-а, не ломается никак, что ли? Падла. Вот падла. Оп! Тоже никак не перепрыгнуть. Ну, значит, нам нужно открывать мост. Вот тут есть еще и свои головоломки. Вроде игра-то простая, на самом деле. А что-то ни хрена не простая. А мы давайте повыше. И повыше. Ё-моё. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас он опять нажмет, и мост опустится? Нет. Сейчас мы попробуем наверх-наверх еще раз прыжками. Хоп. 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 Вот отлично. Что за глаза? Мы... Подожди, их по 60 хп у них. Конечно, мы их не затащим. Офигеть, наверх суваться нельзя, вот что я понял. Вот нас распотрошили. Вот нас распотрошили. Бег надо побольше замутить. Что мы можем еще замутить? В третий раунд кого-нибудь убьем, хоть одного-то. Ассасин Кридики? Нет, их пропустим. Интересно, что будет дальше? Давай меня в обраточку. Хоп! У тебя там ключик, мужик, и два пистолета. Ты должен подарить нам Макс Пейновские пистолеты. И замедление, если есть. Во, подарил нам Пегали.
и какой-то ключ. Ключ от сундука. Вот от этого, да? И как в него попасть? Открывайся! Новые ребята. Давай, давай, накидываем. По 1-2% осталось. Обидно. Все, шапку забрали. Наверх я не пойду. Я так понял, наверху это самые опасные уровни. Это финиш, и у нас много заработанных вещей. У нас есть рыбка, как обычно. И что мы здесь видим? Пистолеты. Вот, плюс 6, там минус 1. Подожди, скорость дает. Давай вот тебе засунем. Шляпа что делает? Плюс 2 хп. Плюс 20 хп, да? Подожди, а ты же все равно стреляешь, грубо говоря. Давай тебе оденем. Опа-на. Опаньки. Вот это тебе, друг. Боксерские перчатки! Ты теперь будешь лупить, как псих. А что за лотерея? А у меня нету ни хрена, ни тикетов, ни херитиков. Ничего нету. Здесь мы можем что-нибудь забрать? Нет. А, он показывает, с какого мы набрали, да? Со второго есть что-нибудь? Есть накидка, но она стрёмная, я так и понял. Отсюда у нас есть что-нибудь? Так, вот эта маска, да? А вот эта маска ему куда лучше. Все. Тебя сюда, тебя сюда, тебя сюда, сюда. Четвертый уровень, пока не пойдем. Так, а мы что-то забыли в первом, да? По-моему, или нет? Портал, почему не открывается портал? Вот что мне не нравится. Просто всех сходу. Блин, вот мне нужен этот портал срочно, чтобы на третий этаж попасть. А он все не включается и не включается. И сюда вот когда прыгнуть? Вот это слабый. Ты слабенький. Зато маска выпала. И все, больше ничего нету. Понял. На первом левеле, я так понял, делать нефиг. Здесь мы допрыгивали до самого верха. Но здесь раздают люлей, будь здоров. А, нарвались на тебя, надо было тебя перепрыгнуть. Зачем ты нужен? Все равно с него уже все равно ничего не падает. Вот с этих вот может что-то упасть? Мне интересно. Тут-тут-тут-тут-тут. Мы их... Вот, они попали. Вот что плохо-то. С них уже тоже ничего не падает. Они уже совсем бесполезные. Так, грибочки здесь всякие, рыбоньки собираем. Нам нужно больше собирать рыб. Так, вы же не нужные. Подожди, а мы туда пойдем. Осилим их, нет? Осилим мы вас, нет? Но вы какие-то вообще опасные, по 60 хп. Как вас завалить-то? По 19, ну же. Давай. Есть. Есть. О, это же... Ай, блин, как называется-то этот мультик-то сраный? Забыл, как называется. Ну, короче, вы все поняли, о чем я имею в виду. Так, нам... Нам подогнали. Что нам здесь подогнали-то? Пика. Здесь меч, но он бесполезный. Есть шапка, да? Есть шапенция. Давай ее тебе. Так, меч, ну это все слабенькое. Вот, полный костюм висит этого чувака. Increase a fish getter. Кстати, вы видите, если я полностью одеваю костюм, он дает полные бонусы. Increase the number of fish getter. На 20% мы забираем больше. Рыбаник. Power up all kittens плюс 1. Вся, говорит, мощь его на плюс 1. Нифига себе. То есть здесь есть сеты. То есть мы можем выбить сеты. Вот. Energy up all kittens плюс 1. Хм. Давайте ради прикола замутим. Ну-ка, у нас что здесь есть? Хоп, полностью. Хаттер и Джудж Дэнди Майер. Но они слабые же. Ну давай, хоть прикольнемся. Тон. Тон-тон-тон.
Так, хпшки тебе надо. А тебе силу. Ну все, давай, поехали. Так, мы же куда забирались? На втором уровне до самого верху, да? Да-да-да, поехали. У нас куча бонусов, грубо говоря, есть. Вот они, погнали. Здорово. Мужик, тебе надо перепрыгнуть, ты не нужен. Я бы вас бы с удовольствием перепрыгнул бы. Но у нас все есть из вашего сета. Поехали дальше. Какие с сетами, чувака, я. Чуваки с сетом. Открывай! Открывай! Ну, конечно, прикольно замутили, придумали классно. Вот у вас сеты не до конца выпали. Надо у вас забирать все сеты. Не допрыгнул! Жаль, жаль. Но там выпадут новые сеты сейчас, мы добили их. Хотел я допрыгнуть, конечно. Бонус, видите, плюс 20, вообще классно. Мы получаем сейчас бонусы. Так, у нас не хватает здесь. Не хватает. Так, тебя берем. Ты сердечко не докачал. Ты силушку. Ты сердечко и скорость. А тебе жизни и скорость. Так, еще раз идем в этот уровень. Такие тара-та-та-та-та-та-та. Оп, оп, оп. Перепрыгиваем. Вот как вас-то перепрыгнуть? Я не хочу с вами сражаться же, а? Получается, там будут какие-то скиллы, дабл, типа дабл-прыжка или еще чего-то, что ли? Хотя я их спокойно раздуплил, ничего страшного в этом не было. Зато мы в сетах, в конкретных. Игрушка очень сильно затягивает на самом деле. Все запрыгнули. Вот у них сеты охоты поубивать до конца. У них какие-то дикие сеты на самом деле. Видите, как мы ложимся от них. Так, уже добили что-то. И с этими-то хоть что-нибудь сделаем, интересно. Нет, по ходу дела с этими ничего не сделаем. Ну и ладно. Что мы там выбили? Так. Из третьих сетов у нас здесь что есть-то? Так, 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 так. Вот эти пушки какие-то дикие. Нам нужно добить вот этого пацана на третьем левеле. Давай-ка мы на третий шуруем. Добиваем пацана с пегалями. Вот этого нам надо добить, с него сетку забрать. Потому что у него там что-то дикое все. Да и здесь ассасин есть, тоже можно добить. Чисто на них качнуться сейчас. И сеты все забрать. Мужик, отдавай свою майку. По-братски. По-братски, мужик. Вот, другое дело. Нам нужна твоя майка. Нам нужен твой сет. Он по-любому там даст что-то к дамаге. И с ассасинчиков тоже мы сейчас влюбим. Куда они открыли замок-то? А, это ключ от замка. Я все понял. Мужики, нам нужны ваши сеты. Без них никак. Наверху вообще дичайшие ребята. Вот, здесь, походу, делать даблджамп какой-то нужен. Я понял, мы сейчас спокойно в этом третьем уровне нафармим себе три сета, я так посчитал. Три сета, да? Вот, пожалуйста. Ты в сете? Кстати, а этот сет ничего не дает, кроме как дамаги. See the traps. Видит все ловушки. В принципе, дает. A chance for double damage. 5% шанса на двойную дамагу. Нормально. Так, здесь еще не добили. И вот у этого осталось. Пойдем добивать. Добивать сеты идем. Вот этих вот, внизу. Ассасин Кридушки. Нам нужны ваши сеты. Во. Другое дело. Теперь нам нужен ваш ключ. Подожди, а там дальше еще сеты можно, получается, добить. Макс Пейнушка, прощай. Конечно, здесь с игрой замудрили, но она веселая. Так, у нас здесь осталось у этого палку выбить, и все. И все будет четко.
такие два выстрела. А, вот не допрыгивает до них никак. Пока не совсем понимаю, как туда залезть. Но как-то можно будет. Такой смазкой идет боксер. И у нас появился новый сет. Так, он что дает? A chance for double damage. Тоже шанс на двойной дамаг. Давай весь сет сюда. У этого есть сет. Так, 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 так. Ассасин Кридушка остался. Ассасин Кридушка, да? Давай добьем ассасинку. Ассасинка, нам нужен ты. Потому что мы уже крепчаем с каждым разом. Все, выбили автоматы. Накидку. Азазу. Так, с тебя нам нужен только ключ. Больше нам ничего не надо с тебя. Там столько выстрелов сразу летит. По 22 урона. Это очень мощно на самом деле. Жалко нам туда не допрыгнуть. Так. Так. Все равно не допрыгнешь там с пилой он. Ой, приколисты. Эх, не забрал я рыбку синюю. Так. И что у нас? У нас есть ассасинушка. У нас есть ассасинушка. Speed up all kittens, скорость на плюс 2 всем им, да? 20, 19, да, намного лучше. Так. У этого шлепак остался какой-то. Мы шлепак дадим. Шлемак тебе пока дадим. У нас еще есть хорошие шлемаки. Мощные. Вот. Это тебе. Потому что у него сет-то всего лишь из двух частей состоит. Поэтому не так страшно. Это полностью сетовые ребята. Подожди, а у него нет сета. Смотрите, ничего себе. Так, я не понял. А сейчас подумал. О, ё-моё, нельзя, получается, носить шляпы. Тогда вот, видит все ловушки. Плюс 2 ко всей скорости. Шанс двойной дамаги. И, короче, 10% дамаги. Так. Качаемся, конечно же. На полную закачиваемся. Как можем. Как могем. И идем. Так, подожди, профессионалы где? И идем вот к этим. Kitten Skills. Request Skills. Ну все, сейчас мы спокойно разберемся. Вот сюда нужен какой-то скилл, чтобы сломать эти блоки. Понятно, шапки им нельзя одевать, когда двойные сеты, когда слабенькие сеты. Но ничего страшного. Мы спокойно напинаем и посмотрим, что будет дальше. Я не ожидал, что флеш-игры могут быть настолько интересными и увлекательными. Так, вы нам не нужны. No Cats там написано было. Вот у вас надо все отнять, я так понял, до конца. Кританула! Кританула на изичи. Вот этих как сносить? Там сундук просто крутой. Блин, одна хп осталась. Это обидно так. Какая обида. Одна хп, одно хп остается. Не хватает нам рыб. Рыб на... Так, что у нас тут было? Energy up all kittens плюс 1. Энергия, да? Так. Давай-ка мы вот ему накинем вот эту телогрейку. Allows the use of teleport. Чё? Ты юзаешь телепорт? Это как? Я что-то не понял. Что, проверим, что ли? Что это за телепорт у тебя? Честно, я не понял. Какой ты телепорт ты юзаешь?
Ничего ты не юзаешь, ты обманул. Ты обманул. Ну-ка покажи, что ты делаешь. Пока ничего не делает. Короче, здесь куча взаимодействий пассивных скиллов, которые нужно разумно израсходовать. Я так и не понял, что это делает желтая псина. Она из какой-то игры, кстати, или из какого-то американского мультика. Так. Кстати, вот у него что-то, по-моему, последнюю шапку осталось. Ой, что-то этот сет слабее получился. Намного. Я еще и упал. Мы, конечно же, сейчас его обменяем в обратку. Да что такое? Что-то стал подтупливать. Ну все, мне тут хана. Хлобыкс! Никакого телепорта я не спалил. В общем, всем спасибо, с вами был Лего. Время наше подошло к концу. Если вы любите флеш-игры подобного типа, не забывайте ставить лайки, потому что они мне очень сильно нужны. Всем спасибо, всем пока.